вейкборд – это прежде всего фан, веселье, развлечение, друзья. И неважно, умеешь ли ты делать это круто или только начинаешь, потому что главное – это получать удовольствие и быть на позитиве. От техники, естественно, зависит, да. Это должен быть, конечно, хороший катер, настоящий вейковый с классной волной, чтобы можно было прогрессировать, чтобы можно было наслаждаться катанием, а не просто барахтаться в волнах. Малибу классный.